Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала «Самогонщик с Урала». Сегодня, как сказано в названии, товары для самогонщиков с Алиэкспресса. У меня в группе ВКонтакте в разделе «Товары» выложены ссылки на многие товары с Алиэкспресса для самогонщиков. И частенько возникает вопрос, а ты сам-то пробовал, не пробовал? И я решил сделать кратенький обзор того, что, чем пользуюсь я. Ну, начнем с того, что с гидрозатворов. Вот у меня один вот такой вот имеется гидрозатвор. Ссылочки на все, что вот вы здесь увидите, будут в описании к видео внизу, и также ссылка на группу, где больше товаров выложено, потому что у меня, так как аппарат простой, а там есть и для ректификационных колонок. Итак, гидрозатвор. Вот такой вот неплохой у меня имеется гидрозатворчик, даже не стал снимать с крышечки, потому что здесь расположена вот резиночка уплотнительная. Резинка также продается, их продают по 8 штук. Вот у меня еще остались 4 штуки, все остальные на бродилках. Из очень удобных вещей, постоянно пользуемых, это вот такие пакетики. Они идут как для заваривания чая. Я их использую для приготовления настоек. Сейчас достану. То есть они с веревочкой насыпали, затянули, и меньше фильтровать. Отличная вещь. Вот брал 100 штук. Вот эта упаковочка 100 штук. Надолго хватит. Следующее, о чем я хотел бы еще рассказать. Ну, из разряда для эстетизма, как у меня говорит друг, я вот заказывал себе вот такую вот печать. Своим логотипом, с подписью. Домашний самогон, сделано с душой. Продавец принимает рисунок, договаривайтесь с ним. И он высылает уже готовый. Можно заказывать без ручки, чисто одну железочку. Цена, не помню, что-то рублей 500, наверное, я отдавал тогда. Дальше. При приготовлении настоек частенько пользуюсь весами. Весы классные, четкие. Мерят до грамма, даже до десятых грамма. Также имеется по термометрам. Вот у меня термометр вот такой, с проводом. Вот я вот просто здесь вот после сухопарника изолентой подмотал. Мне удобно, практично. На аппарате вот у меня стоит штатный вот этот вот термометр, который, ну, мне не нравится, как он показывает температуры. Не особо точно, не особо четко. Из-за этого я пользуюсь вот таким термометром. Единственное, что у них неудобно, он отключается через, по-моему, минут 20. Включил, минут через 20 он выключится. Ну, кого это не напрягает, включать-выключать. Также в группе есть там ссылка на другие термометры. Видите, температура набирается довольно-таки быстро. Удобная вещь. Рекомендую. Ну, как вы видите, у меня аппарат с сухопарником, крышка от банки, и периодически их приходится менять.
Ну и для этого я приобрел вот такую вот вещь. Тоже удобная. Сверло аккуратненько развертывает до 14 миллиметров. Также вот на крышечке для удобства развернул как мне надо. В общем, при желании можно приобрести. Из разряда печати, оформления бутылок, термоколпачки. Цена гуманная в сравнении с тем, что приобретать у нас здесь. Далее, клитория. Там, если большую партию берешь, доставка уже платная. Ну вот, по-моему, около 30 грамм. Достаточно 2-3 лепесточка для придания цвета. Так что я думаю, что мне ее на очень долго хватит. Также вот я имею вот такой вот шланг для фильтрации своих напитков. Видите, он у меня рабочий, не новый, уже поезженный. Но так как постоянно он скрученный, он получается вот так вот. И не совсем удобно. Я использую вот такую трубку. Просовываю его в трубочку. Трубка от пивной кеги. И уже у меня нормально удобная вещь. Также с Алиэкспресса у меня купленные спиртометры. Пользуюсь довольно-таки. Показывают точно. Погрешность небольшая. Но чтобы быть более точным, я вот у себя держу вот такую табличку. Она также у меня есть в группе. Кому интересно, можете ее скачать, распечатать, как я, и держать ее в спиртометрах. Ну, вроде бы все, о чем я хотел поговорить сегодня. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Будет еще много чего интересного. Давайте вопросы, пишите. До свидания.